что сегодня, снова готовим? Да. Но сегодня у нас необычное блюдо. Сегодня у нас роллы. Да, мы решили попробовать. Сашенька еще никогда не пробовала роллы. Вот сегодня мы приготовим и попробуем. Да? Ну что, давай сначала расскажем, что у нас есть. Мы заранее отварили рис. Для приготовления суши и роллов необходимо сначала правильно сделать основу – рис. Для суши используется круглозерный рис. Его следует не только сварить, но и заправить специальным соусом. Соус для заправки готовят из рисового уксуса мицукан, сахара, соли. Брали мы его вот с нашего волшебного сундучка. Специальный рис для ролл. Мы его отварили, заправили специальным соусом для риса. Для него нам понадобилось 4 столовые ложки вот такого рисового уксуса, 2 столовые ложки сахара и чайная ложка соли. Да, мы все это перемешали, нагрели, чтобы сахар хорошо растворился с солью, и заправили наш рис. Правильно сваренный рис необходимо заправить специальным соусом. Для приготовления соуса налить в сотейник уксус мицукан, добавить сахарный песок и соль, тщательно перемешать до их полного растворения. Огонь должен быть слабым, чтобы сахар не пригорел на дне. Сейчас рис у нас уже готов. Я покусала огурчик. Да, сейчас мы огурчик будем все-все использовать. Я покусала огурчик. Все, рис у нас уже готов для формирования ролл. Вот наша начинка. Наша рыбка. Мы используем форель, крабовые палочки, огурчик и морской коктейль. И немножко рыбки мы оставили для соуса. Мы будем делать сегодня 2 вида горячих ролл. Роллы с панировочными сухариками и просто в кляре. Ну что, поехали? Поехали! Так, что у нас волшебно в нашем сундучке есть? Там все, что нам нужно. Давай достаем. Ну, это мы потом. Сейчас нам нужно вот такая штучка. Без нее нам никак не справиться. И вот такие вот листочки. Это что? Это такие водоросли. Да. Вот сейчас давай. Открываем. Открываем. Вот такая штучка, циновка. Она очень удобная в использовании для формирования, скручивания ролл. Мы ее обязательно ополетим в пищевую пленочку. Ну вот, что у нас получилось. Вот так вот мы ее ополетили, закрыли пленочкой. Сейчас мы достаем листочки. Стучек. Сейчас мы на него будем накладывать наш рис. Мы его повернем шершавой стороной. Сашенька, смотри, будем накладывать, потом будешь потом накладывать начинку. Мама сейчас положит рис. А то я хочу помочь. Ну, это для того, чтобы рис у нас не прилипал. Так, кладем и расформируем по всем рису, что у нас получилось. Все? Давай ручку потираем. Теперь надо аккуратненько это все дело перевернуть, чтобы накладывать начинку. Вот, что у нас получилось. Ну, теперь выкладываем. Начинка. Подожди, Саша, мы с тобой забыли совсем. Надо же помазать соус. Соус. Так,
Сало, сыр Филадельфия. Вставаем. Сало, сыр для рук. Мы еще взяли вот такой вот сырок. Плавленый янтарь. Но нам понадобится для приготовления соуса. Нет, все, пока хватит. Да. А теперь? Да, теперь мы будем таким вот волшебным образом заворачивать. Нам нужно его теперь посыпать панировочными сухариками. Это маленький? Возьмем ложечку. Ваня, мой! Маска, дай мне. А ручку мне. Вот. И сыпь прямо на него. Надо распределять по всему. Фа-фа-фа. Давай, это сыпь, а я буду распределять. Вот сюда, вот тут уже насыпаем. Подожди, пока не висит. Добавляем. Нет, это достаточно. Все. Положим его на противень. Будет лежать отдыхать, мы будем готовить еще один вид наших ролл. Красота у нас получилась. Мы в следующий раз будем использовать половинку моря, потому что что-то они у нас получаются очень огромными. Ну, красиво, да? Все, укладываем на противень. Один вид наших ролл, это с панировочными сухариками, на них мы сверху сделаем соус и положим. Это мы будем запекать в духовке. Сейчас мы будем готовить. Рис будет у нас внутри, а нори будет у нас снаружи. Рис, я думаю, нам хватит. Это два листочка риса. Здесь мы рис распределяем по центру.
Отрезаем большие края. Будем сейчас накладывать начинку совершенно. Распределяем хорошо, равномерно по краям. Давай, Саша, положим начинку. Так, мы сейчас сначала положим наш сырок. Это же лежит дальше огурчик. Распределили. Теперь можно накладывать начинку. Саша, помогай? Давай, положи огурчик, и я буду ложить палочки. Палочка. Ну, ложи вот сюда огурчик. Я палочки уже положила. Так. И рыбку. Рыбку мы сверху так положим. Хочу тоже. Вот сюда клади. Сюда. Ну-ка, давай пробуем теперь закручивать. Ты попробуешь. В нашу панировку. Сейчас мы готовим кляр для наших ролл вот в нашей норе. Надо взбить яйцо. Хорошо. Водички мы нальем, ну, где-то грамм 90. И столовые ложки с горкой, наверное. Теперь надо хорошо все это размешать. И добавить надо немного соевого соуса. Совсем чуть-чуть. Вот у нас из нашего сундучка вот такой вот соевый соус, классический сенсой. Мы сейчас немножко наш кляр уберем и будем готовить соус для наших ролл с панировочными сухариками. Соус готовить мы будем для наших следующих ролл. Пашка, а потом побегу? Да. Так. Это мы положили сюда сыр Филадельфию, ложечку. Положили ложечку плавленого сыра и ложечку икры. Это икра у нас мойвы. Чуть-чуть подкопченая. Все, достаточно. И ложечку майонеза. Все, теперь это надо все хорошенечко перемешать. Давай, мама, попробуем. Паша уже устала готовить. Да. Ну, осталось совсем немножко. Сейчас мы это сверху наложим и положим в духовочку. И оно будет у нас для наш соус. Здесь у нас морской коктейль, икра мойвы, сыр Филадельфия и плавленый сырок. И все это выкладываем. Мама, мне попробовать. Сейчас попробуем. Прям кладем щедро. Вот разогретую духовку 200 градусов. Да, мы ставим. Все. Пока наши роллы пекутся, мы будем обжаривать наши другие роллы в кляре. Надо, чтобы хорошо. Саша уже устала, поэтому будем дальше без нее. Так, надо нам посмотреть, загрелось наше масло. Еще совсем пока обмакну. Хорошо. Все, скоро.
остальные. Роллы у нас в кляре и роллы с сухариками панировочными.